Все, что мы говорим о выходе из себя в свойство отдачи, это может как-то казаться, что я освобождаюсь от эгоизма, и это кажется вознаграждением. Нам трудно это представить. Но если мы начинаем двигаться относительно к этим вот категориям в группе, это уже нечто иное, это уже более явно быть связанным со всеми таким образом, что я хочу служить им, заботиться о них, дать им все, все, что им необходимо, чтобы заполнить им все недостатки и в материальном, и в духовном. Ну, в материальном это в необходимой мере, а в духовном это вплоть до окончательного исправления. Это для меня и называется избавлением, потому что это та модель, в которой Творец стремится к творениям. Сегодня ты все-таки как-то ближе к этому каким-то образом, чем прежде. И это все с помощью воздействия света, возвращающего к источнику, делается с тобой. Говорится о истории, что вот этот выход, он очень быстрый по этим этапам. Вначале 7 сытых лет, там виночерпи, там для зачем нам нужны все эти рассказы, так все размазано. Но последние этапы, они очень сконцентрированы, очень такие сжатые. Я говорю, что вы находитесь буквально в них. Их можно так вот скомпрессировать в очень такие тесные действия и выйти. Но снова выйти из Египта, порвать махсом, как мы когда-то кричали, да? Это называется устремиться к объединению, к взаимному служению в группе.